Всем привет! Меня зовут Ольга. Я работаю в такси, живу в городе Москва, веду свой канал. Подписывайтесь на меня, я буду самый счастливый человек на свете. Сегодня суббота, 14:30, пока по делам поездила. Так, у нас все есть. Вода есть, салфетки есть. Конфеты в жаре тают. Надо, конечно, взять несколько штучек, оставить и самой не сожрать, чтобы пассажиров не укачивало. А еще, кстати, я все забываю сказать, что у меня есть еще из примочек таких прикольненьких. У меня недавно хотели купить даже. У меня есть маленький переходник. Ну, не знаю, я реально думаю о людях. Почему бы и нет? Мне, например, бы было даже в любое такси сесть и приятно спросить зарядку. У вас нет случайно зарядки на iPhone? У меня, конечно, не iPhone. У меня были айфоны. И не один. Но я от них ушла. Потому что, ну, чем мне он не нравится? Во-первых, он не подходит для таксометра. Это раз. Во-вторых, когда я начинала ездить, и ездила исключительно по навигатору, сейчас я тоже езжу, но айфону жарко. Он перегревает, выключается, все. Пару раз он меня подводил. Зимой замерз айфон. Летом жарко айфону. Я сейчас не найду его. Маленький переходничок, который очень крутой, мне подогнали. Люди счастливы и довольны. Недавно хотели аж купить. Я говорю, нет, извините, я не продам. Ну, дело не в деньгах. Сядет другой человек, будет разряжен телефон. Мне приятно помочь. Какая разница? Эконом, комфорт, бизнес. Все люди ездят. Заказ. Халтуринская 10, корпус 2. Вот, кстати, офигенный переходничок. Идет. Здравствуйте. Измайловский Кремль, вы, да? Да. Поехали. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. Маршрут построен. Всего доброго. 218 рублей заказ, 250 рублей дали. Спасибо, я всегда пытаюсь дачу дать. Было такое, что это на карту мелочь 7 рублей переводила. Не, ну смотрю, сидят, ждут. Я говорю, нету мелочи, давайте на карту переведу. Окей, перевела. Вообще, это мне там должны были, потому что везла ребенка, а детское кресло не было указано. Еще скандальные такие были, блин. А чё это так дорого? 250 рублей. Так у них еще и без детского кресла еще сотка. Я уже промолчала, думаю, блин, ну ладно, фиг с вами. Люди разные. При ребенке не буду высказываться. Наглость, здоровое счастье, по факту. Сейчас заправлялась. Ну, даю мелочь. А мне, знаете, что говорят? Не спасибо за мелочь, а спасибо за улыбку. Так приятно. Улыбка дорогого стоит. Иногда едешь просто в пробке кому-нибудь, улыбаешься, в ответ тебе улыбаются. Просто улыбку подари, немножечко улыбки. Я приехала в Макдак. Да. Нет, я не ем Макдональдс. Нет, вы что? Вообще никогда. Первый раз пробую. Заказ 3,2 километра, Самокатная улица. Хотят поехать в Садовое товарищество, Теплое болото. Бустер. Маршрут построен. Улыбнитесь и поехали. 3 километра, 10 минут. Здравствуйте, вы ко мне? Да. Сейчас я, подождите. Хорошо? Я не знаю. Я еще по индрайверу езжу, а там можно выбирать водителя. Через 600 метров. И девушки, например, свет. Часто выбираю. Поверните девушек, там спокойнее. Впереди камера на полосу. Ну, около 5, наверное. У меня все время была разъездная работа. В такси я второй год. У меня ощущение, что как будто не 5 лет, а реально больше. А даже в ситуациях, каких водитель бывает. Впереди камера на 60. Потому что можно 10 лет проездить, у меня были пассажиры такие. А я вот езжу по деревне 10 лет, а в Москве я бы ни за что не села за руль. В жизни все меняется. Я в Подмосковье в маленьком городе ездила, а в Москве никак не могу себя заставить. Держите. Не все сразу, всякое бывало. И со мной камера долгое время нужная. История такая не очень была. Я с товарищем попала, когда не сидела за рулем, в аварию. И мне было очень-очень страшно. Ну, я себя переосилила первое время. У меня уже машина была своя. Со мной рядом люди ездили.
Или бывало, даже отдавала за руль, а сама рядом ездила. Я говорю, я смотрю, я сяду, я за руль, но я не хочу. Давай. Надо брать и составлять, хотя бы по райончику покататься. В общем, обстоятельства заставили Василия дополнить. А я вот не могу никак тебя пересилить. Ну, это, с одной стороны, да, обстоятельства заставили, а с другой стороны, я понимала, что мне надо. Я просто хотела, и хочется, и колется, и все равно садилась, да. Ну, первое время с инструктором, а потом просите знакомых там. У меня, конечно, была мысль, что в такси я не буду бесконечно, а может быть пойти инструктором по вождению в дальнейшем. Да, здорово, как раз для девушек. Хотите, вам визитку свою оставлю? Я, кстати, не так далеко от вас живу. И просто проеду с вами, посмотрю, как вы ездите. Все, спасибо вам огромное. Угу, всего доброго. Да, как решусь, пока. Счастливо. Да. Помните, мы получаем то, что и получаем. Итак, час езды 850 рублей, минус 200 рублей где-то возьмет комиссию Яндекс. И бенз. Дорога, конечно же, ну красивая. Красота, сейчас будем показывать вам. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Ну реально, я и железный конь. У меня такая певица. Выйду в поле, сяду посрать, далеко меня видать. Не, ну клево. Вообще красота. Сейчас выберемся. Hello, my friend. Через 100. Мне заказ пришел. Поверните налево. В этой глуши. Секунду, ну подожди, я припаркуюсь тут. Мы приехали. Но я надеюсь, что еще встретимся. Здесь или на Яндекс.Музыке. Здравствуйте. Здравствуйте. Константинова? Да. Еще спасибо. До свидания. Всего доброго. Маршрут построен. Желаю легко добраться. Поверните направо. В общем, в итоге 1400 рублей. 300 рублей бензин заправилась. Яндекс вычел уже комиссию. 1400 рублей. Короче, бредятина. И прокаталась очень много. Не мой день. Зато, может, девушка позвонит, хотя навряд ли, конечно, по поводу инструктора покататься с ней. Ну, дойдет, будет шикарно. Вообще, в планах стать инструктором. Ну, попробовать себя. Не факт, что это мое, но интересно. Вот так. А вы, ребята, подписывайтесь на мой канал. Мне так интересно, когда больше подписчиков прибавляется. Ох, спасибо всем, что смотрите меня. Ставите лайки. Комментируйте. Буду благодарна. Спасибо большое. Всем пока-пока.